Всем привет, друзья! Итак, продолжаем ловить нашего хищника, а именно щуку. Как вы помните, в прошлом видео добряча такая хапанула не меньше двушки. Такую свечу полтораметровую сделала, ну... Затянула это все в корч. Затянула, ну, в общем, всю снасть я достал. Вот, на этом рыбалка у нас и закончила, потому что это было под вечер, уже темнело. Ну и по вашим просьбам, как я спрашиваю, продолжать, не продолжать вам снимать ловлю хищника, щуку, окуня, туди-сюди. Продолжаем ловить нашего хищника, снимать видео, как я ловлю хищника, щуку на живца. Как вы знаете, я, ну, в основном ловлю хищника, щуку, окуня, там, судака, без разницы, на живца. Ну, как для меня, друзья, я никого не осуждаю, тех, кто там на блесна ловит. Тут по-своему тоже есть интерес, конечно, тут... Ну, я считаю, что, например, натуральный живец рыбу больше привлекает, вот, и процентов так 90, что она возьмет. А блесна там же ж надо подбирать постоянно, цветы то, а то и не нравится. А в настоящей рыбке движение так, как оно должно быть. Значит, рыбалка у нас будет вот тут, на таком месте, как вы видите, тут оно и корчи в воде. Да, тут корчей достаточно, потому что... Видно, как речка, течение, оно все несло, несло, это корч за корч цеплялся, и оно топилося. Так что тут корчей хвата. Ну, тут, конечно, и, ну, и рыбы хвата. На речках везде, на любых речках этих местов достаточно, их надо просто найти. Да, там, конечно, опасно кидать воблера, блесна, потому что, ну, процентов так 99 вы там их и оставите. О. Ну, еще и плюс в таких местах, что браконьеры тут сетки не будут ставить, потому что они тут их и оставляют, во. Ну, и ловить тут тоже на живца опасно, потому что тоже есть вероятность того, что мы зацепимся, ну, и оставим всю нашу снасть в воде. Значит, друзья, подловил я уже живца, у нас тут и плотвичка. И даже и окунька поймал. Десь он тут окуньок. Я ему верхний плавник обрезал уже. Кстати, на живца вот такая рыбка просто в самый раз. Такая півладошки, чуть больше. Да, окунь тоже хищник. Ну, как мы знаем, даже великий окунь бере на маленького окуня. Да, друг друга едят. Как и щука друг друга есть більше-меншу, так и окунь. Більше-меншого. Итак, друзья, снасть я уже размотал. Значит, глубину я делаю, ну так, сантиметров до 30. Чтобы наш живец плавал по верху. Ну, не совсем по верху, ну, практически по верху воды. О. И тем более, как я уже сказал, что тут корчи. Если мы пустим понизу, то, скорее всего, даже щука еще не успеет взять, мы уже зацепимся. Ось мій фірменний, так сказать, тройник. Може, ви вже бачили на моєму ютуб-каналі, я вже частенько так показував, да? Як я щуку на цей тройник витаскував. Тобто, бивший тройник. Перший раз обламав, це було в началі зими, о, за корч зацепився. Другий раз це було вже під кінець зими, коли льда не було, теж зацепився. От обламав. І залишився одинарний. Ну, ловиться. Я раньше ловил на одинарні крючки. И вы знаете, ну, я не ощутил разницы особо в том, что ловил на одинарний и на тройник. На тройник я часто зацепався. На тройник я часто бачив только одни удары, но не заглатывала щука, не окунь. О, кололася. А на одинарний крючок у меня было больше зацепов, ну, то есть зацепав щуку, и она заглатывала чаще, чем на тройник. Ну, друзья, у каждого своє, це ж я ж тут не спорю. Каждый рибак по-своєму так, як йому більше нравиться. Як він бачить, як воно лучше йде. Як завжди, я цепляю плотвичку сверху спини, ну, так, щоб не повредить хребет, тобто вище хребта. От. И живец должен быть живый. На мертвого живца
Щука не візьме. Так, ну що, заброси. Да, сьогодні дощик моросить, пасмурна погода, але ви знаєте, це якраз щуча погода. Так, друзі, був удар, був ударчик, і що-то скинуло, а ну-ка, от так, все, содрало, содрало нашого живця, і таке буває. І таке було. Так. Так, 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 взяла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А ну-ка. Ёханый бабай! Капец! Ох, она там хитрая кота сидит. Все, это я поспешил. Я обычно давал больше 30 секунд, а тут и 30 не прошло. Она не успела заглотнуть и, видно, по краешку и только хапанул. Так, ну, давайте окунька поцепимо, бо окуньок, він поменше живе, чим плотва, то треба його, звісно, зразу використовувати. Так, друзья, вроде взяло. Ого! Ого! Ушла, бля! Офигеть! Ушла! Ага, красиво завела туда. Опять такая свеча была. Обалдеть. Слушай, ну что у тебя сегодня там? Опа, удар, 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 удар. Ну, давай, давай, одну секунду сейчас. Поедем хорошо. Ну а теперь потащил. А ну-ка. Иди сюда. Ого, кабан. Катушка лопнула. Крутый чим. Я ж пережил. Ручка лопнула здесь. Попускать ее можем, блядь. Что, здоровенная что-то, да? На камыш накрутила.
ли стоит. Вот упал, блядь. Их, блядь. Ух. О, все. Фу, друзья. Капец, катушка лопнула. Ручка, то есть. Ну, не маленькая щука бачила. Затянула. За камыш закрутила мононить. О. И уже тут вона уже оборвалась крючка. Я прыгнул прямо в неї в воду. Мокрий, ноги мокрі. Так, друзі, все. Закінчимо на цьому рибалочку. Як бачили, взяли і красавицю. Все, друзі, я з вами не прощаюсь. А як кажу сюди, до встречі. В рибалки вам не хвоста, не чешуї. Якщо вам відео понравилось, репостіть його, тим самим поможете каналу розвиватися. Все, друзі, всім пока.